Самое главное, безопасные условия труда для наших сотрудников во всех аспектах. И на ваш взгляд, вот, скажем, как бы сама необходимость вот таких мероприятий? Вы знаете, наша практика показала, что лучше быть готовым ко всему, лучше обучить сотрудников и предупредить какие-либо случайности, либо проблемы в нашей жизни, вот, нежели потом пожинать их плоды. Поэтому каждый год регулярно мы проводим неделю безопасности для наших сотрудников и тем самым уделяем огромное внимание, прежде всего, подготовке, образованию, обучению наших людей, ведению дела безопасно, наиболее оптимальным образом, минимизируя все риски. Мы можем говорить, что ваши сотрудники готовы к подобному роду ЧС, там, пожарам, как на работе, так и дома? Вы знаете, наша практика показала, что к мелким случаям, или мелкие случаи, которые, безусловно, бывают в жизнедеятельности предприятия, показали, что мы абсолютно готовы к этому. Я искренне верю, что те усилия, которые мы прилагаем к образованию или к обучению наших сотрудников совместно с органами МЧС, на самом деле позволили нам поднять уровень подготовки наших сотрудников на достойный, скажем так, на достойный уровень для того, чтобы справиться с теми сложностями, с которыми мы можем справиться сами. Ну и, во-вторых, безусловно, мы полагаемся на поддержку МЧС в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств.